Если вы отказываетесь назвать свое имя из-за соображений конспирации, готовы ли назвать свой позывной? Он прозвучал в эфире. Скажите сами, какой ваш позывной? Мирон. Вначале мы выдвинулись на аппарат президента, там получили задачи, переместились в кабинет министров и находились все время до следующего дня на кабинете министров. Сколько офицеров-снайперов было под вашим руководством? 12. Мы прибыли в районе 10 часов как раз к объекту. Оценили, что возможно подняться на крышу, посмотрели сектора, начали вести наблюдение. В эфир мы вышли с докладом, что в принципе было известно. На данный момент стрельба активно не велась, было задымление периметра перед отелем «Украина». Мы наблюдали перемещение лиц на крышах, о чем докладывали. Сотрудники вашего подразделения открывали огонь на сотрудничество? Никак нет. Мы наблюдали, людей с оружием не было обнаружено. В течение дня велись доклады, предположительно, о местах нахождения людей с оружием. Доклады передавали сотрудникам наземных групп. Мы их корректировали, старались как-то взаимодействовать, чтобы обеспечивать безопасность объекта. Основная цель была такая. Готовы ли вы предстать перед следствием для того, чтобы все ваши свидетельства были проверены следственным путем, в том числе? На этом настаивает наше руководство, это абсолютно правильно. Готовы ли вы давать свечения? Придется, это обязательно надо делать. Готовы ли вы надавать оружие для экспертиз? Так точно, оружие готово, оно служебное и готово. Где находится сейчас ваше оружие? В расположении. Все в расположении.